В Никополе прошел чемпионат Днепропетровской области по авиамодельному спорту среди молодежи в категории радиоуправляемых моделей. Никополь впервые принимал такие соревнования. В соревнованиях приняли участие лучшие авиамоделисты Никополя, Днепропетровска, Орджоникидзе и других регионов. Отметим, что на состязании ввели новый, очень интересный класс моделей «Воздушный бой». В нем участники выступали экипажами, а в составе команды было два участника – пилот и механик. Задачей каждого пилота было отрезать ленту соперника, которая прицеплена к самолету, и при этом сберечь целой свою ленту. На родной земле команда Никопольского межшкольного центра взошла на высшую ступень командного пьедестала. Второе место заняла команда Днепропетровской городской станции юных техников. Третье – у команды Дома творчества детей и юношества Орджоникидзе.